Именно так встречали гостей выставочного пространства, где расположилась экспозиция «Династия художников Макаровых». В ее составе творчество двух представителей рода, потомков его основателя в пятом и седьмом поколении. На открытии выставки побывали также и почетные гости, которые не понаслышке знают, что такое портретная живопись Ивана Макарова. Он – уникальный художник, твердо следовавший традициям русской реалистической портретной школы. Это выражение лица, это глаза. Около каждого портрета кисти Ивана Макарова хочется остановиться и с этим человеком поговорить, пообщаться. Так же, как вот с теми же девочками, сестрами. Они живые. Они передают душу и состояние внутреннего вот этих людей, которых изображали. Вот в этом отличие Ивана Макарова от очень многих. И в этом в то же время продолжение выдающихся традиций русской реалистической школы. Не случайно второй брелок. Постоянную экспозицию картин на стенах мемориального зала Ивана Макарова дополнили и временной экспозицией. Столь внушительный состав – заслуга сразу нескольких музеев. Пригласили участвовать в проекте выставочном наших друзей. Пинницкую картинную галерею, Ульяновский областной художественный музей и наш Мордовский областной краеведческий музей имени Воронина. Вот именно из этих музеев и приехали к нам экспонаты. Это работы Кузьмы Александровича, отца Ивана Кузьмича, работы Ивана Кузьмича, живописные и графические. Иван Макаров действительно передавал через портреты характер тех, кого писал, особое внимание уделяя чертам лица. Также он старался сохранить в них образ совершенного человека, у которого внешняя красота гармонирует с внутренней. Мне самой, как художнику, очень интересно посмотреть другие работы Макарова, посмотреть портреты, потому что у него уникальная живопись, уникальная композиция. И в Пензе я такого не могла увидеть, поэтому приехали в Саранск специально на эту выставку, чтобы увидеть побольше его работ. Эта выставка – хороший вклад в увековечивание творчества художника и, несомненно, лучший способ отметить годовщину со дня его рождения. Знакомясь с полотнами, гости музея смогут лучше узнать и самого автора. Экспозиция будет работать в течение 2 месяцев. Валерия Новикова, Владимир Надькин, «Народные новости».